Россети и Северный Кавказ проводят масштабную работу по замене счетчиков. Если у вас счетчик не умный, то ждите гостей. И нужно ли за это платить? Подробнее далее в репортаже. Провода цепляют. Разговаривать некогда, каждая минута дорога. В день монтажники по электрооборудованию устанавливают около 40 счетчиков. За два месяца работы уже смонтировали чуть больше 2000 новых интеллектуальных приборов учета. Карачаево, Черкесской республики, Россети Северный Кавказ реализует программу снижения потерь, в которую входит замена приборов учета и реконструкция ВЛ-04. В этой программе участвует Прикубанский, Карачаевский, Малокарачаевский район. В эту программу как бы входит не весь объем потребителей, а объем, только те точки, которые имеют большой объем потерь. Сейчас работа по установке умных счетчиков проводится в самом густонаселенном пункте – в ауле Псы Жабазинского района. Здесь проживает более 8 тысяч человек. Специалистам предстоит смонтировать около 3300 приборов и обновить линии электропередачи, установив новые железобетонные опоры. Хозяева домовладения обеспокоены, насколько новые счетчики лучше старых и в чем их преимущество. Как обычно, будет приходить квитанция, где будет ваш расход написан и сколько оплатить. Вот поставят, как заплатим, вот тогда и решим, хорошо это или плохо, мы еще не знаем. Люди что не в курсе, что это такое. Потребители должны понимать, что новая система учета никак не повлияет на объем энергопотребления, уверяют специалисты. Нужно сказать, что установка его абсолютно бесплатная, да и в дальнейшем техническое обслуживание тоже будет проводиться за счет сетевых и сбытовых организаций. И, пожалуй, основной элемент интеллектуального прибора – это специальные счетчики. С помощью них можно контролировать расход электроэнергии в своих домах. Кстати, еще ежемесячные показания не нужно снимать. Технология позволяет передавать данные со счетчика энергокомпании автоматически. Речь идет не только о показаниях. Новое оборудование будет фиксировать уровень и частоту, позволяя потребителям следить за качеством подачи электричества. Еще нужно отметить, что объем работ по установке умных счетчиков большой, а сроки по реализации программы реконструкции распределительных сетей сжаты. Поэтому работы ведутся каждый день. Это неизбежно влечет за собой отключение электроэнергии на тех участках, где проводится установка. Альбина Ламкова, Рашид Токов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.